Следователи устанавливают подробности происшествия на автодроме под Витебском. Накануне здесь проходили соревнования за Кубок Беларуси по автомобильному кроссу. 35-летний спортсмен не справился с управлением. Машина багги вылетела с дистанции и сбила двух судей. С многочисленными травмами их доставили в разные больницы города. Их жизни ничего не угрожает. У пациента закрытый перелом оскольчатый, средняя треть голени. Оказана помощь, произведено оперативное вмешательство, наложен внекостно-очаговый остеосинтез синтез на левой голени, сделан аппаратом Елизарова. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, изъяли документы по организации соревнований. Назначена автотехническая экспертиза. Отмечу, что в поселке Тулово соревнования по автомобильному кроссу проходят несколько десятков лет. Трасса хорошо известна гонщикам, однако подобных происшествий не случалось ни разу.